have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки, и мы с вами продолжаем думать. Закончили мы с вами как раз на вот этом вот моменте, в прошлый-то раз. И этот момент обещает нам новое оружие, а также новые сражения. Плазменная винтовка. В глубине души мы все понимаем, какого оружия мы ждем, правда? Итак, хорошо. Модификаций никаких нет. Так, слабые места. Ага. Все, я вас понял. То есть, Hell Knight. Ага. Слабость к пулемету. Так, это из хэвиков. Слушайте, их можно проанализировать. Это обычные придурки. Слабость к пулям. Слабость к дробашам. И к плазменной винтовке. И к кровяному панчу. Просто мы еще это не открыли. Гаргули. Угу. Так, вот тут у нас ребята неизвестные. О, слабая... Так. Итак, слабость у нас турель, которая, собственно, находится на хвосте. Как бы, да, надо бы в нее стрелять. Нам об этом говорили еще в прошлый раз, но я пока предпочитаю просто его взрывать. Ай, надо учиться добивать слабые, слабые эти. Так. Слабость к взрывчатке. Но его можно накормить... Угу, и баллиста. Что за баллиста? Не знаю, посмотрим. Адские рыцари. К чейнган. Ха-ха-ха-ха. И ревенанты. Значит, нужно им базуки сшибать. Более уязвимы, когда в воздухе. Интересно, как они могут быть в воздухе. Блин, у нас есть дэш. Я забыл об этом, я сейчас только прочитал. Окей. И у нас есть вот эти вот тентакли. Интакли. Короче, да, ребятки, если что, прилетело... Я снял уже две серии. И вторую вы уже, скорее всего, посмотрели. Я в вас верю. Так вот. Есть Doomblade. О, тут наше... Наше описание пушек тут все. Combat Shotgun, Chainsaw. Chainsaw. Угу. О, это бензопила. Так вот, успела прилететь обнова на сам Doom. Патчик прилетел. Успела прилететь обнова на видюху, на GeForce. И вроде как обещают, что все должно быть хорошо. Notice. Серьезно? Фишер Силбе. Ха. Классно, короче. Меня отсоединило от онлайн-сервера. Блин, зачем я в огонь полез? Зачем я в огонь полез? Почему я такой дурак? Все, у меня 31 хп, он меня сейчас убьет. Да, ребятки, короче, фишка-то... Почему я начал в нее стрелять из плазмы? Ладно, надо было ему отстреливать эту фигню из... Кстати, у меня такого нету, жалко. Или, минуточку, прицел, я же не прицеплял, правильно? Да, ребят, тут... Подсоедините меня, пожалуйста! Я не знаю, что они имеют в виду, когда... Так, стоп, модуль не меняется? Нет, у меня тут модуль не меняется. Давайте тогда шотганчик. В общем, тема-то в чем? Я не знаю, не помню, говорил я вам, не говорил. В
вместе с тем, что мне пришлось зарегаться, ну, зарегаться, в смысле, блин, я просто пытаюсь одновременно и стрелять, и говорить... Чувак, ты куда делся? Чё это сейчас было? Кто меня телепортнул нафиг? О, привет. Блин, я его не поджёг, да? Ну, меня тут сейчас... Я, короче, вообще в панике, что происходит. С одной стороны, пытаюсь вам что-то рассказать, с другой стороны, меня тут мочат. И... все плохо. Я не могу понять, кого что я делаю. В общем, как? Пытаюсь рассказать вам еще раз о том, что... в общем, мне пришлось не только в Стиме... ну, как бы, чтобы купить игру, я ее купил, естественно, в Стиме. Захожу такой через Steam, собственно говоря... в эту самую игру, они такие говорят, зарегистрируйся еще, ты возьми, дружочек, зарегистрируйся через Bethesda. Вот. Ага, вот как они подлетают. Блин, ХПшку! ХПшку, чувак! Есть. Куда эта тварь делась? ХПшку! Они очень жесткие. Очень жесткие твари. Что-то, по-моему, пока что самое жесткое из того, что тут есть. ХПшку. Неплохо. Low ammo. Это плохо. А вот это плохо. Так, весь дробаш я на него израсходовал нафиг. Так, а где здоровяк? Пофиг, где здоровяк. Можно вот так дэшнуться. Точно. Вот. Пополним армор. Короче, да, это сейва тут нет. Я бы сейчас сохранился, допустим. Видели, сколько пришлось с него зафигарить? И он был один. ХПшку, чувак. ХПшку. Так, мне надо кого-то запилить, да? Ты кто такой вообще? О, вот ты мне нужен. Иди сюда, иди сюда, иди сюда. Да, наконец-то. Эмо. Эмо получили. Блин, я... Я нажимаю кнопку R, чтобы перезарядиться, но мне не нужна перезарядка. Где эта тварь? Я вообще живой еще, не живой? Ху. Так, что тут за порталы и нужно ли мне туда? И что вообще происходит? О. У меня обновилось задание. Power Core, получить Power Core и... Ага, то есть мне явно тоже сюда. Минуточку, где плазмоган? Вот плазмоган. Что мне здесь надо сделать? Мне его как-то надо взорвать? Или что? Погодите, я пока не особо... Ох ты, тут какие зубки красивые. Я пока не особо соображаю, что от меня хотят. О, патрончики. Понадобится? Конечно, понадобится. Где от меня, блин, тварь, чтоб тебя... А она меня так убьет, если че. Я тут не могу прыгать? Прикольно, прикольно. Я оценил юмор. Зачем я опять перезаряжаюсь? Никто не знает. Итак. Ну ладно, пойдем, нам явно туда. Ну, не знаю, не, это не явно. Вообще ни разу не явно. Не знаю, почему я так сказал. Но там что-то есть. На кусок. Зачем ты на меня выпрыгиваешь? Что я делаю? Зачем я делаю? Ну что-то делаю.
То есть мне тут нужно сейчас будет ходить, и все, это я все правильно делаю, да? Куда? Зачем? Еще более важный вопрос. Все, я вас понял. О, улучшайзинг. Это я возьму. И я возьму, наверное... Ну-ка, а что нам плазма предлагает? Hit blast. То есть, стреляя из плазмы, ты создаешь нагревочную волну. Хорошо. И микроволновый луч. Вот это, кстати, неплохо. Давайте я вот это возьму. Не знаю, мне понравилось. Наверное, это будет неплохо по здоровякам. Давайте попробуем. Да, это вот так работает. Давайте. Это, короче, то, что нам надо, видимо. Хорошо. Так, у нас еще там этот кулак ярости зарядился, или как его? Падение нам же не страшно, насколько я понимаю, да? Так, вот теперь нам это нужно, или что? Хорошо, какая там? Нет. О, это предыдущее оружие. Прикольно. Хорошо, ребятки, секундочку. Я немножечко просто посмотрел управление. Тут столько много кнопок, я реально немножечко запутался. Вот у нас есть Left Alt, не совсем очевидно, но оно так и есть. Вот у нас есть рука бластер, короче. Я тут думал, как мне это проломить. Я это не проломлю, вот есть рука бластер. Нам нужно вот сюда вот эту штуку засунуть. Этого должно хватить для того, чтобы активировать этот бластер. Не знаю, каким образом, правда, он активируется без центрального процессора. Но это сработало. Это сработало. Я хочу, чтобы у меня была такая рука, когда я пойду мочить какого-нибудь демона. Это было бы очень удобно. Мне, скорее всего, этого не дадут. Так, что я возьму? Возьму я, наверное... Автодробаш я не хочу. Я возьму гранатомет. Ох ты ж, я понял, куда мне. И это мне дает возможность... Вот так, теперь сюда. Да, сюда. Это я почитаю. Ну, естественно, мы с вами, со всеми, ребятки, вот, можете спокойно читать на паузе. Book of Night, кстати. Опять же говорю, буду перечитывать, как только будет возможность, как будет время, я это все перечитаю и попробуем все это сложить. Я понимаю, что сюжет подается в частности и таким тоже образом. Упс, у меня кулак был заряжен, да? Извините. Я собирался просто ему просто, ну, как бы, ну, по морде дать, а он взял и сдох. Оп. Так. Я так понимаю, вот эти мелкие зомбаки, они тут больше как лут водятся просто, да? Ой, блин, по-моему, сейчас из... А что это за дырка? А почему? А зачем? А куда нам? А нам туда. Ну, давайте, давайте. Хорошо, давайте это активируем. И это активируем. Вот зачем это? Потому что мне... Придется подниматься отсюда. Каким образом? Вот серьезно, вот таким образом? Ага. Хорошо. Это было более-менее... О, здравствуйте, более-менее понятно. Блин, это будет босс какой-то сейчас, да? Ну, то есть... Ну, блин. Двери слишком здоровые, за такими дверями не может прятаться что-то маленькое, вы же понимаете. Там сейчас начнется какой-то глобальный звездец начнется. Ох, там все такое красненькое, яркое, чтоб вас. Фу, очередные титаны. Крутяк. Так.
Там вот эти чуваки, которые мне не нравятся, если чё. Ага, ага, размечтался. Так, давайте испробуем вот эту штуку, не? А, ага. То есть он со мной сразу решил, каким образом. Ау, прям в лицо прилетело. Нет! Нет! Ну блин, меня убили. С 20 хпшками я им сейчас нифига не сделаю. Понятно. А, это довольно противные ребята, скажу я вам. Черт. Хорошо, поехали дальше. Скажите, пожалуйста, а в дальнейшем будет еще хотя бы одна локация, чтобы я такой взял, пришел... И меня не убили там нафиг вот с первого раза, не? Не будет такого? Ага. А у тебя передышки, там перезарядки, что-нибудь не будет, не? Ну хотя бы вот так. Хотя бы вот так. От одного чма избавимся. И то будет уже неплохо. Ох ты ж. ХПшку. Срочно. ХПшку. Глаз. Спасибо. ХПшку. Так, теперь мне нужны патроны. Нет, 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 я же уже... Я успел нажать на R, чтобы... Ай, твою за ногу. Это жестко. Это жестко. Ну, естественно, сейчас вся лока заново, да, спасибо, я вас понял. Не-не-не, ты идешь в задницу, ты понял, да? Перерывов нету у нас, да? На обед мы не ходим. Я его убил? Нет вообще. Хотя бы вот так от него избавимся. Жизни, 9 жизней у меня оставалось. Двадцать 9 жизней. Потрошки. Аптечка, да, я возьму аптечку. Класс.
Блин, там еще один скорпион, ну чтоб тебя. Блин, нет, нет, нет! А, это было глупо так! У меня просто все патроны закончились. И некого было распилить, надо было как-то... А. Тут надо, ну, как бы игра говорит, делать насколько, я говорю, блин, а тут никак не подойдешь насколько-то. Так, ладно, поехали, ребятки. С наскоку не подойдешь. Ну что ж. Меня этот чувак бесит, а так все нормально. Игратка говорит, спускайся, спускайся, все нормально, да? Я понимаю, что сделано для того, чтобы ты бегал по локации и наслаждался всем тем, что здесь творится. Ага, ты меня уже заметил, это я понял. Давай. Обезглавливаем. Мы тебя разрежем, потому что мне нужны патроны. ХПшка. Хорошо. ХПшка. Давай. Есть вода, сейчас было красиво. Блин, эти твари. Кого-то распилить, а я горю, 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 не хочу гореть. Тебя можно распилить, давай. Давай, поехали, хорошо. Патрончики. Зачем? Блин, я опять нажимаю перезарядку. Зачем? Ты кто такой? О, спасибо, патрончики. Патронов очень мало. Жизни. Есть. Жизни, 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 тут это была аптечка. Да. Девять хп. Он меня сейчас убьет. Или может быть я его убью, что было бы неплохо. Пушка закончилась, блин, не вовремя. Отрезаем крылышки. Ёпара СТ! Это была жесткая арена. Да, ну ладно, привыкайте, ребят. Я буду часто перезаряжать пушку, это нормально. Блин, каждая арена требует прям какого-то тактического мышления. Как это сделать? Зачем это сделать? Черт, шостенько. Так, эликсирчики мы забрали. Это мы забрали. Окей, окей.
Ух, за ногу. Ребят, напоминаю, я играю на втором, Карл, уровне сложности. Да фига себе ты дэшишь. Слушайте, а плазма пушка неплохо с ним справляется. Просто надо в него зарядить, и получается норм. Как я там оказался сейчас? Я просто нажал, будучи на другом берегу. Dash refill. Опа, понял. Отдай хпшку. Давай. Dash refill. То есть у нас можно дэшить с подзарядочкой. Куда? Туда. Я не воспользовался дэш-рефилом, ладно. Пофиг. Куда нам? Сюда. Просто с двойным прыжком и с двойным дэшем вроде можно передвигаться. Но я так понимаю, что в дальнейшем нам это понадобится. И, блин, жалко будет, если от этого будет где-то зависеть наше... Ну нафига ты лезешь? Я тебя понял. Этот с трех тычков ломается. Хорошо. ХПшечка. Так, ребят, нам там нужно поднакачать, прокачать и всякое такое. Ну, я не знаю, когда мы попадем на базу. Попадем ли мы на базу? Вот еще в чем такая фишка. То, что, ну, мне показалось, что мы будем попадать на базу там раз в сколько-то. Блин, нам сюда. Я понял. Ну что ж, пойдемте. Вот это да. Это вот... Ага, вот рука. Красиво. Левел дизайн офигительный, вот скажу вам честно. Я пока не столкнулся с тем вариантом, что... А, ну да, нам сейчас зарядить надо будет. Вот он убивает этого демона. Блин, вот это реально выглядит офигеть как круто. Я туда не могу пойти, жаль. Так, ребятки, секунду. Извините, прерывают. Короче, я не столкнулся с такой фишкой, что, например, левел дизайн кривой из-за того, что я не могу что-то пройти. Нет, я не могу пройти, потому что у меня руки кривые. Окей, с этим мы договорились. Но вот это все выглядит очень эпично и очень красиво. Вот эти вот рыцари. Ну, понятно, что это тоже наши солдаты. Как он убивает этого демона. А почему он тогда умер? Ну, он до сих пор светится, и раз он убил демона, что его убило? Ах. Ну, поехали. Мы пробиваем кишки демона. Ай. Нас эта штука убьет, нет? Вам не кажется? Я боялся на нее наступать, я не знаю, наступили мы на нее, не наступили. Так, ну, нам сюда, явно сюда. Хорошо, пойдем. У него в животе урчит. Мы в желудке демона, черт побери! Я не уверен, хочу ли я здесь оказываться. Давайте шотгасик. Нет, не шотгасик, давайте вот это... Не спрашивай. Не спрашивайте, блин! Привет. Дай мне хпшку, а то мне тут твои друзья наваляли немного. И ты мне дай хпшку тоже. А ты мне вообще отдай патроны. Что за Марио, черт побери? Я не могу прыгать в этой фигне! Черт! Все, я, короче, помер, да?
чисто по незнанию. Да, эта штука меня убила, потому что я промазал в нее греной. Так, идем не с этим. Да, мне показывают очередной раз, как их валить. Я понимаю, я промазал грены, если что, ребят. Так что... Блин, опять с кишок, серьезно. А чё ты-то такая крепкая? Как ты, блин, два выстрела из шотгана выживаешь? Это вообще чё такое? Так, чувак, отдавай хпшку. Ой, я кому-то сейчас кинусь. Ой, кому-то сейчас кинусь, говорю. Окей, мы поднабрались. В общем, там я прыгать не могу. Давайте я возьму шотганчик, потому что на нем гранатомет есть, как минимум, мы сможем избавиться от той твари. Ай. А, то есть все-таки шотгана ты с первого раза берешься. Я понял тебя. ТП-шку дай. Где это говно? Вот, видите, я промазал из шотгана. Ой, промазал грены, но я смог его завалить из шотгана, и все хорошо. Все. Все нормально. Я даже не знаю, стоит ли не тратить силы на эту мелочь. Они же типа как лут здесь просто. Походил. Не, фух, я сейчас только что чуть не нажал на кнопку. А, стоит, потому что за них дают... Ой, чекпоинт еще, кстати, приехал. За них дают вроде как... Или это мне сейчас за чекпоинт дали? Или что, или где? Черт. Тут мне нет секретиков-то никаких, а? Стоит ли мне сюда, или стоит ли мне сюда? Как мне стоит? Ой, тут опять это говно мягкое... Ладно, 11 патрошек мы подобрали, что уже неплохо. Опять говно мягкое. Нет! Короче, слушайте, плазмоганами их заливать прям хорошо. Я понимаю, что это слабая почка, слабая точка и все дела. Но с плазмогана они прям хорошо сливаются. Надо будет еще раз посмотреть их слабые места. Мне вот тут кобик надо пнуть. Блин, почему я в этой гадости прыгать не могу? Вот эта печалька. Не офигел, подходит, блин, пинает меня. Тут вообще для лута поставлен, подходит, блин, пинает, офигеть. Ты тут существуешь, мелкая гадость, для того, чтобы я мог с тебя полутать жизни и патроны. Чё за звук? Рыцарь! Рыцарь, братан, ты живой? Чувак! Ух, ну да, да, это я понял. Зачем? Чё я этим добиваюсь? Так. Мне нужно. Ну, понятно. Да, каким образом? Куда мне надо? Туда ты хочешь сказать? Стоп. Ну и, скорее всего, потом надо будет сюда вставлять. Так. Погодите. Вот и головоломки. Головоломки в Думе. Нет.
Туда я пройти не могу. Сюда... Зачем я эту штуку пнул вообще? То есть мне нужно было ее пнуть. А зачем? И назад при этом я ее уже пнуть не могу. Значит, ну, по идее, так надо. Я же не мог настолько все просрать, правильно? Значит, мне сюда надо. Теперь отсюда, куда мне надо? Давайте посмотрим теоретически. Тут у нас есть дэш-ускоритель. Зачем он нам? Мне же не сюда. Хотя, кто его знает на самом-то деле? Так. Вон тут... Туда? Я вас понял. Вот это что-то. Еле заметил, серьезно. Это... Ну, немножечко внимательности требует. Я тут броньку наращиваю по 5%. Блин, надо броньку увеличить каким-то образом. Вот эта пушка. Нет, это не падай, пожалуйста. Вставляем. И теперь с этой пушки нам нужно будет дэшить, потому там стоит дэшускорь. Ой, блин, еще кишки продырявили. Как нам наверх забраться? Не, нам не надо наверх забираться, я вас понял. Есть. У! Ха-ха-ха! Блин, было бы эпично, если бы мы с той пушки сверху прыгали. Было бы прям... Вах, красиво. А что здесь? Вылези! Говна кусок. Вот! Блин, то есть я мог спокойно где-то пройти мимо такой улучшалки! Вы, блин, серьезно, они... Это же... Я просто промолчу сейчас. Так, хорошо, Flame Badge у нас есть. У нас есть... При этом health у нас все равно поднимется. Ама у нас поднялась, нам теперь нужно бы здоровье или армор. Армор поднимать можно бы, кстати. Я не знаю, я, конечно, поджигать надо чаще. Я их не так часто поджигаю, как следовало бы. Я наконец-то начал подозревать, как работает эта система. То есть ты просто прокачиваешь одну из этих способностей, но попутно она развивает тебе армор, броню или аму. Окей, я более-менее понял. То есть, когда эти шкалы заполнятся, я не смогу больше развиваться. Лут-магнет мне еще нужно бы. И вот так я поставлю лут-магнет и броню. Это хорошая комбо, мне кажется. И вещи будут быстрее и лучше подбираться. То есть тут сейчас еще одно говно такое вылезет, да? Я уверен. Оно же не могло быть тут. Оно могло быть тут одно. Спасибо, разрабы. Ого. Ого. Спасибо. Я понял, чем меня ждет. Так, если что, по мне там уже гасят. Потратить плазму или идти под этим сплошным огнем? Не знаю, не знаю. Ты, может, прекратишь? Нет, там у тебя... Блин, вот это бесит. У этой твари должен быть какой-то кулдаун или еще что-нибудь такое. Мне не хватит. Мне не хватит. О, а что я тут делаю? А что, так можно было? Видишь, я тоже спамить умею. Говнатый кусок. Ух. Блин, ну просто он в меня спамит. Ладно. Давайте почитаем. Так, опять же у нас книга рыцарей, часть третья. А, кстати, мы идем по очереди. Первую, вторую, третью мы уже нашли. Это реально нужно будет почитать, ребятушки. Так, и картина.
ботинка. Окей, я вас понял. Вот та штука опускается или падает, или еще что-то, не знаю, к чему мне это должно было привести. А мне наверх, между прочим, да? Или нет? А что там? Секретик. Здравствуйте. Я в прошлый раз не рассмотрел вас, молодой человек. А выглядит это довольно симпатично. А как я теперь... Я понял, как я теперь... Так, нам наверх. Так, хпшку пополню немножечко. И эти, и те, и здоровку, в смысле, и... нам как-то там дальше надо будет пробираться. Я еще не уверен. Через вот эти? Ты серьезно? Ладно, ребятки. Что-то булькнуло. Когда что-то булькает, это не самый хороший знак. Минуточку, а тут тогда что? Тут прыжок, а зачем он? Тупо, если я свалюсь? О, там везде лава, между прочим. Так, сюда я могу. Мне, значит, сюда, как-то туда. Знаете что, ребят? Давайте мы с вами этим займемся тогда уже в следующей серии, потому что, мне кажется, тут пропрыжку нужно будет делать серьезную. Поэтому... А, кстати, смотрите, да, у меня увеличился армор на 25. Ха-ха-ха. Да, это значит работает. Все, ребятки, давайте тогда на этом месте остановимся. Спасибо, что были с нами. Говорите, что думаете об этой игре. Говорите, что думаете о моем прохождении. Знаю, оно кривое, спасибо. Так вот, ребятушки, спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем оладушек и всем покеда.